Финальным аккордом праздничного дня стал салют. Впервые разноцветные огни озарили февральское небо в честь освободителей Старого Оскола. Яркие вспышки подарили незабываемые минуты особенной гордости и светлой радости за свободу и мирное небо над головой. Первый раз такой вот праздник, и это, конечно, приносит радость, гордость за наш город, за наш Старый Оскол, за то, что мы помним этот праздник, за то, что мы гордимся, помним тех, кто освобождал наш город, кто защищал, кто проливал кровь. Это очень здорово, и то, что еще салют вот в такое вот время, в 8 часов, когда большинство населения нашего города, в общем-то, может спокойно прийти и принять участие в праздновании. Класс! Классно, красиво было. Очень красиво. Видно, что народ помнит нашу историю, что наши деды, ее прадеды, что нашу землю освободили от немцев, что мы не под это иго ходим, что мы у нас свободная страна. Сегодня, вы знаете, мне очень понравилось даже флешмоб. Все было вообще поставлено на уровне. Я считаю так, что очень понравилось. Салют тоже очень хороший, особенно под конец начали бить самые такие красивые и большие. Чтобы дети знали нашу историю. Потому что в школах, в учебниках совершенно ничего нет. Такие мероприятия, они в какой-то степени дополняют то, что дети не получают в школе на урок.